Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вместе с женой Аленой улетели во Флориду. Не секрет, что у него там есть недвижимость. В этом году пара отмечает 5-летие семейной жизни. Вероятно, там они его и отметят, пока влюбленные писали свой отъезд как отпуск. Но кто знает, может быть, они, как и некоторые, не вернутся на родину. Напомним, что Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уже больше 3 месяцев находятся в Израиле. Шоумен уже начал там работать и давать концерты. Поклонники уверены, что в России артисту придется завершить карьеру. Пока звездная бабушка греется в Израиле, ее внук решил отдохнуть в Америке. Жена Никиты Преснякова уже публикует из-за океана красочные фото, а также делится впечатлениями от поездки.